15 апреля в спорткомплексе «Олимпиец» открылся чемпионат Украины по тяжелой атлетике для юношей и девушек до 13 лет. Кроме того, в эти же дни там проходит 27-й открытый всеукраинский турнир памяти героев Чернобыля для юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях принимают участие представители 22 областей Украины и города Киев. Я хочу вас привітати в цьому чудовому місці на цих змаганнях, які організовані на високому рівні. Я хочу побажати вам високих результатів. Хай із вас виростуть майбутні чемпіони Європи та чемпіони світу. Бажаю вам високих спортивних досягнень. Цей турнір 27-й проходить в честь, в пам'ять героїв Чорнобиля. Це люди, багатьох яких немає з нами сьогодні, але вони спасли світ своїм життям, своїм здоров'ям. Це люди, які сьогодні продовжують робити все, щоб 30-кілометрова зона, от та, навколо Чорнобильської трагедії, щоб вона стала безпечною для всього світу. Дай Боже вам через все життя успіху, удачі і добра. Хай щастить вам! Уважаємі учасники соревновань, в этот прекрасний сонячний день я желаю вам только побед. Пускай не подведет вас здоровье, пускай вам сопутствует удача. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и идите к новым вершинам. Побед вам! Шановні друзі, я хотів би вас запросити ще до одних оплесків. От сьогодні от людина, яка заради своїх зусиль створила величезну школу на майбутнє, на велике, через його натхнення, через його вдачу пройшло дуже багато молодих людей, дівчаток і хлопчиків, які його цінують і пам'ятають. Ви приїхали, кожен з вас, із тренерами, які сьогодні віддають своє натхнення, здоров'я, нерви для того, щоб ви ставали особистостями. Вони працюють на вас інколи за мізерні заробітні плати. Давайте їм міцно поаплодуємо! Спасибі вам! А утром, еще до официального открытия, прошли соревнования среди девушек в самых легких весовых категориях. И в весе до 36 килограммов было установлено 3 рекорда, в том числе и рекорд Украины. Перед началом второго потока мы успели пообщаться с заслуженным работником физической культуры и спорта Юрием Конянским, который счастлив, что все уже началось, так как сама подготовка к таким крупным соревнованиям порой отнимает еще больше сил, чем сами соревнования. Самое главное – запустить. Первые два потока показали, что все подготовлено, все вовремя, и соревнования начались без задержек. Девчата боролись. И рекорды есть, и в первом потоке среди девочек 32 килограмма были рекорд Украины, и в 36 килограмм рекорд Украины. К сожалению, это не словчанки, но думаю, что у нас все впереди. Словчанка одна выступала, это первый ее старт. Надеюсь, на следующий, вот мы сделаем следующий шаг. Так что Виктория Карпец выступала. Молодец, девочка выступила хорошо, я доволен. Но пока на призы мы не, на пьедестал не поднялись, да. А по турниру, по чемпионату Украины скажу, что количество участников общее 331 человек. Представительство команд по чемпионату Украины 22 команды. Прибыли команды из Белоруссии после нескольких лет перерыва. Гомель, Могилев и Речица. Так что представительство большое и количество людей, борьба упорная, несмотря на то, что девочки 10, 11, 12, 13 лет, они показывают хорошую технику, и борьба очень серьезная. Напомним, что турнир будет проходить в спорткомплексе «Олимпиец» до 18 апреля. Соревнования идут практически целый день, вход свободный. Приглашаем всех словачан прийти и посмотреть за будущими сильнейшими тяжелоатлетами Украины и Беларуси.